Переводы Анны и Петра Гансен. Хенрик Ибсен. Гага. Читает Евгений Бразлю-Брушковский. На севере дальнем та птица живет. Над фьордом, на скалах гнездо себе вьет. И пух из груди своей щиплет она, гнездо устилает, надежды полна. Душа рыбака — закаленная сталь. Он грабит гнездо, ему гаги не жаль. Жестокость сильна, но сильна и любовь. Сочится опять из груди гаги кровь. А грабит вторично он, гага опять торопится гнездышко пухом устлать. Но если и в третий раз та же беда, снимается гага с пустого гнезда. Туман прорезает кровавая грудь, на солнечный юг держит гага свой путь. Читано по изданию. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена. Перевод с датско-норвежского Анны и Петра Гансен. С критико-биографическим очерком и предисловиями к пьесам, составленными Анной и Петром Гансен и с приложением портрета Генрика Ибсена. Том 4. Санкт-Петербург. Издание товарищества «Маркс». 1909 год.